Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». ГИБДД призвала москвичей к осторожности на дорогах из-за сильного снегопада. Как сообщает агентство городских новостей Москва со ссылкой на пресс-службу столичной госавтоинспекции, на дорогах возможна гололедица и налипание снега. Водителей просят быть внимательными, а пешеходам рекомендуется исключить спешку. Сотрудники ведомства предпримут все необходимые меры по оказанию помощи дорожно-эксплуатационным службам и контролю за состоянием дорожного покрытия для безопасного и бесперебойного движения транспорта. На этом у меня пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!